Российские войска продолжают терроризировать мирные украинские города. Поздно вечером 5 августа они запустили БПЛА и ракеты. Оккупанты нанесли ракетный удар в направлении Киева и пригорода. В столице и окрестностях города работали силы и средства противовоздушной обороны. В Киевской городской военной администрации сообщили, что по предварительной информации агрессор применил баллистику, «Искандеры» и севернокорейские ракеты. Предварительно разрушений не зафиксировано, информация о пострадавших не поступала. В воздушных силах Украины подтвердили, что оккупанты били баллистикой, в результате сбито 4 ракеты и 15 ударных БПЛА. Неспокойным выдалось утро 6 августа для россиян. В Курской области прогремели мощные взрывы в нескольких населенных пунктах. Громче всего было в Судже, там сообщили о прилетах. По словам губернатора Александра Смирнова, в небе над Курской областью якобы сбито 26 БПЛА. Местные жители, в свою очередь, в сети публикуют кадры с последствиями работы ПВО. Моя улица, моя машина вон стоит, вот он, дом разбитый. А телеграм-канал «Крымский ветер» написал, что два дрона в ночь на 6 августа ударили по кубанской электроподстанции в Тихорецке Краснодарского края РФ.